Ребятки, всем привет, с вами Александр. Помните, у нас на канале был вот такой вот представитель Лего Техник. Это у нас был аналог, но аналог очень хороший. Здесь все собралось красиво, мне все понравилось. И он у нас даже функциональный, видите, можно крутить вентилятор. И вот крутятся оба вентилятора у нас. Они соединены вот таким вот у нас карданным валом. И также у нас еще это у нас не просто вертолет был, это у нас был такой вот грузовой подъемный вертолет. У него даже вот здесь крючочек есть. Он вот так вот поднимается. Ну, сегодня речь пойдет не о нем. Сегодня у нас речь пойдет о втором представителе Лего Техник, который будет у нас на канал. Это компания D-Cool. И это у нас эвакуатор. Rescue Car, машина спасения, если дословно перевести. И это у нас, наверное, может серия какая-то. King Steerer. Ну, не знаю, что такое Steerer. Ну, а King это у нас король. Вот такая вот у нас будет машиночка. Что у нас здесь сзади? У нее тоже есть экшен действие, опускается вот эта вот штука, которая под машину подсовывается и ее может поднимать. Ну, насколько я это правильно понял. Вот у нас даже есть здесь крутилка. Вот мы крутим и что-то здесь вот происходит, как-то что-то где-то вращается. Давайте сейчас тогда ее откроем. Кстати, цена это 93 гривны, это между 3 и 4 долларами. Так, давайте посмотрим, что же у нас здесь в наборе. Так. Кулечек с мелкими детальками. Покрышечки даже отдельно запаковали. И кулечек с более крупными деталями. Как по мне, то деталек вроде бы так мало. Как бы, не знаю. Как. Ну ладно, будем надеяться, что у нас все в порядке. И вот такая вот у нас инструкция. Великолепное сочетание ума и технологии. Вот как-то так. Вот наша инструкция. Сколько у нас здесь шагов? 20, 30, 31 шаг, ребятки, чтобы собрать это все дело. Ну и, кстати, у нас в серии, ух, прикольные есть такие машины. Смотрите, есть большой такой кран. Вот есть какой-то подъемник, вот самосвал. И вот еще тоже какой-то есть кран-подъемник. Ну что, приступаем к сборке. Красиво очень сделана инструкция, все очень просто и понятно. Вот смотрите, прям один в один в масштабе все нарисовано. Вот так вот берем, прям прикладываем, и все у нас отлично получается и собирается. Итак, ребятки, собрал я сие прекрасное чудо. Вот так вот выглядит наша машинка. У нее есть даже пару интересных моментов, но есть и косячок один. Из интересных моментов у нее вот так вот как бы откидывается капотное отделение. У нее работает вот эта вот штука как подъемник. Довольно-таки забавная штука. Есть еще вот это какой-то механизм, непонятно для чего он может быть использован. Сюда можно еще что-то приколхозить. Можно самостоятельно. Вот, допустим, у нас есть такая штука. Можно одеть вот так и одеть вот так. О, не знаю, что это получилось, но получился вот такой вот какой-то крючочек у нас, например. Но также есть у нас еще один косяк, ребята. Как видите, у нас по инструкции, вот смотрите, на вот эту вот штуку, вот на вот эту должно было быть одеты вот 4 таких вот черненьких фигнюшечки, а их в комплекте нет. Их не оказалось, потому у меня вот такая вот пустая вот кабина. Ну, на самом деле это ни на что не повлияло, кроме как, конечно, чуток испортило внешний вид. Потому что вот видите, как здесь. Вот у нас вот этого нет. Ну, у нас осталось вот такое вот количество запасных деталей. И, в принципе, можно сейчас, допустим, проэкспериментировать. Давай, допустим, мы вот эту штуку сейчас снимем. Вот так у нас кабина здесь разбирается. Так. Вылази. Вот так, допустим, мы можем что сделать? Можем вот это вот одеть. Как лучше будет? Сделаем какую-то адскую машину. Раз у нас остались такие вот запчасти. А, кстати, еще не забыл, да, там еще один был косяк. Вот опять же с этими деталями. Связанный с этими же деталями.
Не знаю, может, они просто изменили принцип сложения этой машинки, а инструкция осталась старая. Может и такое, конечно, быть. Не исключаю. А теперь давайте вот это оденем обратно. Вот как, например, вот можно сделать такой вот вариант. Тоже вполне себе интересный получился у нас вариант, даже многофункциональный. Сюда можно что-то напихать. Вот, что-то напихать, что-то повставлять. Там, как говорится, как фантазия позволит. И... О, флажок вот такой какой-то. О, ну такой наворотил, как говорится. Но не беда. На самом деле эта штука вот у нас должна идти для закрепления. Вот сюда. Все довольно прикольно получилось у нас. О, такая машинка. Вот, значит, также вот те вот коротенькие детальки, которые должны были стоять здесь, они должны были стоять и здесь. Но получается, у нас, видите, в комплекте было вот таких вот деталей больше. Ну, возможно, либо неправильно укомплектовали нам, либо что-то изменилось уже в сборке, а инструкция, как я говорю, осталась старая. Но в целом, в принципе, машинка от этого не пострадала, я считаю. И Decool сделал вполне себе хорошую машинку. Мне она нравится. Вот такая вот у нас забавная машинка. Кого же мы можем поднять? Так, давайте сейчас мы возьмем великого и ужасного тиранозавра Рекса. Вот он у нас хромой, он без одной ножки. Мы его вот так вот ложим. Немножко неудачно. О, вот так вот поднимаем и увозим. Транспорт для тиранозавра, ребятки. Вот такая вот была у нас машинка, так что всем, кому понравилось, ставим пальчик вверх. Или у кого такая была машинка, напишите, были ли у вас вот эти вот все детальки, или у вас попался такой же комплект, как у меня. Ну а на этом все. Не забывайте подписаться на канал и до скорых встреч!